Корпоративный интернет станет быстрее в несколько раз. Трест «Алмаз-автоматика» расширяет подключение ко всемирной сети на северных площадках «Алроса». С 15 апреля специалисты центра связи Треста расширят корпоративные каналы по линиям «Мирный Айхал» и «Мирный Удачный». В среднем скорость увеличится в 2 раза, и это не предел, заявил нашему телеканалу управляющий Треста. В ближайшем будущем планируется расширение канала еще практически 2 раза до 300 мегабит. То есть если в настоящий момент канал на северной площадке 60 мегабит в секунду, до конца этой недели мы планируем его расширить до 110 мегабит, и до конца года планируется расширение до 300 мегабит в секунду. Соответственно, все потребности северных площадок в интернете будут полностью удовлетворены. Мы ушли от телефонии общего пользования на корпоративную телефонную сеть, которая основана на протоколе IP-телефонии. Это нам позволило высвободить канал E1, которые резервировались именно под телефонию. Соответственно, по мере высвобождения этих каналов освобождаются каналы корпоративной сети передачи данных по интернету.